Всем мэраба, мои дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Сегодня я нахожусь в самом центре Алании, около памятника Ататюрка. Здесь новостройка, которая состоит из двух блоков. Проект был сдан, ну, где-то 5 месяцев тому назад. Квартира сквозная. Рядом парк из лавровых листьев, вот это все кусты. Также протекает речка. Я спущусь вниз, рядом парк и дом моря. Здесь максимум 650, ну 7 минут ходьбы максимум. Все зависит от вашей ходьбы, где-то 8 минут ходьбы максимум. Но до центра города, где памятник Ататюрка, магазин Эльсива и Кики, вот это круг, да, общее кольцо, до туда отсюда 4-5 минут. Также тут есть рядом аллея, которая выходит прямо к морю. 2-3 дороги направления к морю. А также до Клеопатры пляжа здесь где-то 15-17 минут ходьбы. Огромный балкон. Где-то 15 квадратных метров, как минимум, застекленный. Сторона восточная, а также южная. Есть два санузла. Это первый санузел. Здесь без душевой кабинки. Вытяжка тоже есть. Проект с инфраструктурой. Есть открытый бассейн, сауна, фитнес. Парковка снаружи, генератор. Вся бытовая техника Арчелек. Использовалась там 3 месяца или 5 месяцев где-то. Высота потолка 290 сантиметров. Здесь у нас вход. Первая спальня. Квадрат метра здесь 1,5. Ламинат установлен в спальнях. Квартира под ключ. Заезжай и живи. Сразу можешь получить ВНЖ по этой квартире, так как район открытый в Алании. Здесь вся инфраструктура в шаговой доступности. Видите, даже этикетки не сняты. Все как новое. Проточный водонагреватель фирмы Veito. Вытяжка. Душевая кабинка большая. Достаточно. Айдат 400 лир, дорогие зрители. Пришла управляющая компания. Новая. Кондиционер Арчелик А++. Уже этикетки не сняты. И вот здесь вид на крепость Алания. Да, глазами все видно вот так. О. Вот здесь все, что рядом находится. И здесь шкаф такой встроенный. Можете тогда платяной шкаф, поставить, до потолка сделать, если желаете. Кровать немножко передвинуть в эту сторону. 93 квадратных метров минимально полезная площадь этой квартиры. Все, сейчас я спускаюсь вниз. Телевизор фирмы TCL. TCL. Ага. Спускаюсь, не дорогие зрители. На этаже 3 квартиры. Этаж тут 5-й от земли. Так. И скан у квартиры получен. Также и скан у здания есть сертификат. Технический паспорт я вам сейчас покажу. Вот такой лифт. Вместимость до 10 человек. Тут у нас фитнес. Здесь комната закрыта. Да.
У нас сауна. Вот сертификат здания установлен. Там генератор, я еще туда вернусь. Бассейн. Фасад здания покажем. Есть два входа отсюда. Сзади открыта парковка, также открыта парковка. Тут есть, тут там кинули. Воду подливают. Вот. Есть лестники, можно подняться вверх. Тут парк. Тихое, спокойное место. Открытую парковку здесь тоже сделать застройщик. Не докончили они все дела. Также здесь открытая парковка. Вот фасад здания. Смотрите, какой хороший тут парк. Можно собрать лавровый лист, сделать борща. Вот это единственный парк, где вот столько кустов или деревьев лаврового листа. И продолжается до туда, оттуда выходим на 25-метровую дорогу и прямо к центру. Мостик есть такой красивый. Вот речка. Там баллон-парк для детей. Батуты, где от мэрии Алания. Вход бесплатный. Детская игровая площадка. Тут беседки. То есть не это, это скамейки, беседки. Вот это парк большой. Только продолжается. Теперь пройдемся в ту сторону. Ну, природа рядом. Это редкость такого здания именно найти. Около, ох, даже запах вот эти, около такого мини-леса сложно найти в центре города. Вот отсюда машины, далеко не буду идти. И там самая центральная часть, все есть шагодоступные, рестораны, маркеты, супермаркеты. И так выходите прямо к памятнику Ататюрка, где мэрия Алании, там пляж тоже хороший, песчаный пляж. А также, если пойдете вот так, там аллея, по аллее прямо выходите на дорогу именно Ататюрка и оттуда к пляжу. Все в шаговой доступности. Итак, дорогие зрители, ба-пам, цена 220 тысяч евро. Цена была выше, хозяин сделал скидочку. Звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. С вами была Гасия из Солнечной Алании, район Шекерханя или Хаджет. Вот здесь граница, не могу сказать. Центр города, район центр города. Всем пока-пока. Не забываем ставить лайк, написать комментарий и подписаться на наш YouTube-канал. Всем пока-пока.